Награждением работников ПАО ММК, участников ликвидации последствий взрыва, началась церемония в Малом зале городской администрации, где глава региона вручил наиболее отличившимся благодарственные письма. Среди награжденных – пожарные, руководители подразделений и предприятий, предоставивших технику для разбора завалов, и, конечно, волонтеры. Им были адресованы слова благодарности, сказанные Борисом Дубровским. Это была трагедия, страшная трагедия. Это были несколько страшных дней и скорби, горечи. Но, глядываясь назад, я хочу сказать, что в то же время мы все понимаем, что это было перед ней гордости. Гордости за то, как проявили себя профессионалы, то, как проявили себя все магнитогорцы, все, кто максимально быстро включился в эту работу по помощи пострадавшим. Спасение людей, ликвидация последствий Магнитки. Славное прошлое, славное настоящее у этого города, несомненно, славное будущее. Потому что то, что произошло, то, как люди собрались, как объединились, как они отреагировали на эту беду, она стала общей бедой, говорит мне о том, что мы действительно страна победителя, народ победитель и город, который всегда побеждал и впредь будет побеждать. Спасибо вам за вашу позицию, спасибо за вашу помощь.